Всем привет, меня зовут Юлия, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 31 декабря, поэтому с наступающим всех Новым годом. Если вы это видео смотрите уже в 2021 году, то с Новым годом! У меня сегодня на обзоре посылка от Grandstock, давайте посмотрим, что там. Здесь у меня много всего, но как всегда начнем по порядочку. Ну и, конечно, пожалуй, самое главное в этой посылке – это две постельки. Двухспальный с европростыней брала по 2,269, вот с таким очень красивым рисунком. Состав 100% хлопок, не электризуется, это 100%, и не линяет после стирки. Сатин – это самое лучшее, что придумали для постельки, я уже миллион раз это говорила. На сайте есть куча размеров, подойдет для всех. Ну и, конечно же, в Новый год на новом постельном белье. Как же не заправить? На сайте Grandstock только российское производство, низкие цены, бюджетные товары отличного качества, более 20 тысяч товаров, отсутствие минимальной суммы заказа, и оплата даже может быть наложенным платежом и разнообразные скидки. В описании я оставлю промокод на скидку 10%, но, к сожалению, он будет действовать только один раз на одного человека. Все товары изготовлены в Ивановской области, качество на высоте, цены тоже приятные. Да и лучше поддержать отечественных производителей, что очень актуально во время текущей ситуации в стране. Многие меня спрашивали, стираю ли я постельку новую. Нет, я не стираю, я сама сшила постельку. И у нас на фабрике была чистота и порядок. Да и по состоянию белья все равно видно, оно не пыльное, не грязное и без обрезков даже ниток. Не стирать я не призываю, если стираете, то стирайте. На сайте есть аромасаши, они все разные, и цены на них разные, поэтому я взяла 3 штучки посмотреть и вам показать разницу. Смотрите, вот это 103 рубля, 113 и 161. Эти два маленьких пакетика по 50 грамм, в этом 80. Боже мой, какой аромат на всю комнату в натуральном кофе. Это вообще просто непередаваемое ощущение. Так, смотрите, за 103 рубля вот такой мешочек. Ну, он менее приглядный, чем вот эти, конечно, красивые. Вот такой, а вот этот подороже вот такой. Я бы, конечно, взяла вот такой. Вот этот я, наверное, брошу в машину, а вот эти в шкаф. И еще заметила, что разные зерна. Смотрите, здесь зерна американо, здесь лунга, а здесь капучино. Чисто для меня по запаху вообще не отличается, все одинаково пахнут. Взяла попробовать стельки с верблюжьей шерстью. У меня никогда таких не было, я только войлочные всегда брала. Они еще какие-то противогрибковые. Размерчики на сайте есть разные. Они очень тоненькие и не украдут у вас место в ботинках или в сапогах, или в кроссовках. Потому что войлочные очень намного толще, и мне приходится специально обувь на размер больше покупать на зиму. Ну и осталась у нас еще одежда. Сейчас все посмотрим и примерим. Здесь у меня вот такой мягкий халатик на завязках, 892 рубля. Туника 768 рублей, без рукавочков, с надписью «Как я люблю». Футболочка вот такая, 759, размахаечка, тоже померим. Так, дальше, 798 рублей сарафанчик, очень-очень хэбэшный. Так, и платьице 873 рубля. Смотрите, здесь какие боковушки. А вот эта штучка у меня прямо... Я залипла на нее. Тут алмазики настоящие. Вот такие. Класс. Блестит невероятно. Я 44 размера теперь. И сарафан тоже 44. Подошло все идеально. Платье 42 размера на дочь идеально подошло. Она как раз тоже 42. Вообще она в восторге. Нравится? Мне тоже очень нравится эта туника, хоть она и называется туника, но это преступление под нее какие-нибудь штаны или джинсы надеть. Ну, очень классно, смотрите. Еще и с капюшоном, как я люблю. Здорово. Она, кстати, 44 размера, и мне 44 как раз подошло. А вот платье 42 размера на меня не налезло. Ну и халатик 42 размера тоже идеально подошел. Очень мягкий, пушистый, прям вообще клево. А это футболка 48 размера. Смотрите, она какая свободная. Но я как раз такую и люблю. Скорее всего, на сайте, наверное, самая маленькая была 48 и 42, по-моему. И я забрала все-таки 48. Я потому что люблю вот так вот по дому ходить. Клевая. Всем желаю в новом году быть счастливыми, здоровыми, чтобы все ваши мечты сбывались. Всем всего-всего хорошего и замечательного. Пусть Новый год будет лучше, чем старый. Ну, у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока.